Первый зампредседателя правительства Приморского края Виталий Блоцкий встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Намибия в Российской Федерации. В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество стран. Юрий Петрович Трутнев, вице-премьер и полномочный представитель президента России на Дальневосточном федеральном округе, возглавляет Российско-Намибийскую межправительственную комиссию в торгово-экономическом сотрудничестве. I know that Mr. Yuri Trutnev, who is the presidential envoy to the Russian Far East and also the deputy chairman of the government of Primorsky Territory, is the co-chair of Russian-Namibian Intergovernmental Cooperation Commission. И мы полностью поддерживаем его мнение о перспективах взаимодействия с Намибией по таким направлениям, как сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, рыболовство и туризм. На данный момент приоритетным направлением сотрудничества между Намибией и Россией является промышленность. Намибия богата различными природными ресурсами – ураном, алмазами, медью. В Африканской республике есть литий, золото, магний, серебро, цинк, фосфор. В данный момент мы зависим от готового продукта. Сырье, добываемое в Намибии, вывозится в западные страны, где его обрабатывают и поставляют обратно уже в виде готового продукта. Поэтому мы бы хотели вместе с Россией развивать промышленность в Намибии. На встрече было предложено установить побратимские отношения между Владивостоком и одним из городов Намибии или регионами – Приморским краем и Эронга. Это позволит эффективнее развивать гуманитарное и экономическое сотрудничество между территориями. Диана Иванова, новости на Восьмом.